Всем привет! Вы слышите Олесиуша, Алексеуша, не, Алексеуша португальского из династии Жевжиков, который ведет Португалию к светлому будущему, вообще к чему-то ведет, наверное, куда-то приведу. Вожу даже больше, чем 40 лет, не как Моисей, а тут блин, тысячелетиями уже исчисляется. В любом случае, если вы случайно попали на это видео, в котором я на последнем уровне сложности божество играю в Sid Meier's Civilization 6 с новой цивилизацией, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры, по идее, все серии могут увидеть во вкладке сообщества сразу. Давайте продолжим. У нас тут темные века наступили, но я надеюсь, что в героический мы попадем. И давайте в первую очередь по золоту отсортируем. Наверное, в Толедо отправлю, хоть тут меньше золота, но зато больше производства. Хотя, может, вообще в Атакакуб. Атакакуб. 6 производства. Давайте, наверное, туда все-таки. Больше производства, быстрее все строится. У нас там новый город, нету еще районов. Так, берем 30... Веры. Может потратить на покупку какого-нибудь великого человека? Нет. Это пока не на что тратить. У меня вера начала капать из карточки. О, Вильнюс. Кстати, Вильнюс может дать очень неплохо культуры. Я лучше на научные поберегу. Вот. Плавают какие-то броненосцы Кри. Тут, в принципе, тоже все уже исследовано. Не знаю, давайте этот лучше подведем к своим городам. Вдруг там Гал решит опять нападать. Что-нибудь такую вот фигню изображать. Так, Лиссабон растет. Растет красиво. Пара не растет. Кстати, он не растет. И надо бы подумать, надо посмотреть, что там вообще есть. Мне кажется, должны... А, канализацию как раз я открываю. Так, давайте я осадную тактику открою. Канализацию... Блин, два района пригорода, мне кажется, не стоит откладывать, потому что, извините, я сейчас просто пригороды вон в урбанизации, еще хрен знает, когда открою. Так что давайте мы просто сразу пойдем в химию. Вот канализацию я открою стопудово. Банк как раз... А, мне три мушкетера еще надо. Банк два хода осталось. Три мушкетера. Так, селитры у меня так и не появилось где-то поблизости, да? Чтобы вот прям... Можно было... Ищем. Нету. Да, селитра он только у Гала. Ладно. Так, я хотел рабочего купить, но сначала мне надо три мушкетера. Вообще, мне бы карточку поставить на апгрейд. Причем именно не за деньги, денег у меня дофига, а на улучшение... Блин. У нас есть что-нибудь один ход открыть? Вот у нас есть морская традиция. Давайте я на один ход... И теологию. Давайте вот теологию лучше открою. Морская традиция, ничего. Поставлю сейчас все-таки обе карточки. То есть вместо бонуса промышленного производства продвинутую армию и дружину. Вот так, пока и вместо республиканского наследия. Так. Теперь у нас есть всего лишь 5 единиц селитры используем. АПМ. Куплю. В паро. Наверное, мушкетер. А, 10 селитр. Ну ладно, 5 мы. То есть мне надо сейчас 15 селитры. Продавал только. Может опять. Может, Вьетнам уже захочет продать наконец селитру. О, хочет, отлично. 15 селитры мне надо. Так, у меня апельсины. У меня хотя апельсины можно поторговать с кем-нибудь. Давайте. Ну,
Вавилон 10 за 22, про где-то вот сейчас должно уже. Должен Вьетнам согласиться. Есть, а 35. Просто надо три мушкетера в любом случае. Просто следующим ходом я еще одного куплю, деньги появятся, и карточку обратно верну, карточки верну обратно. Так. Ставим фейторию. Пофигу, где на самом деле. Есть в Соломанку. Так, хотел я города еще проверить, как они тут растут и развиваются. Рост производства. Лерия производство. О, слушайте, в Лерии жилье закончилось. Уншали тоже. Так, что нам вообще на жилье тут возможно? Ну, следующим ходом появятся, несомненно, канализация. Зио даже уже на плюс. Еще лишнее вообще даже. Так, тут давайте так сделаем. Ну, красота. Все население вашей огромной страны пребывает в гармонии, то есть типа счастья достаточно. Да, давайте. Кстати, тоже мне надо посольство как-то ко всем поотправлять. Так, неизвестный шпион избежал поимки. Пес позаключал мир. Интересно. Так, это у Колумбии. Интересно, не собирается ли Вьетнам? Собирается ли Вьетнам Хатусу захватывать? А он, по-моему, конкретно на нее. А, нет, он союзник Хатус. Тогда нет, не знаю. Так, экономика один ход. Давайте на один ход мы ее отложим. Все-таки хочу ускорить и сэкономить, получается, таким образом. Каббалистику пооткрываем. Или даже паровой двигатель один ход пооткрываем. Покупаем еще. Давайте, наверное, хотя в Ватикане куплю. Это поможет, ну, лояльность даст городу. Потому что юниты в гарнизоне в городе влияют на лояльность. Теперь возвращаем соседство промышленной зоны. Где оно? Вот. Ремесленников и республиканское наследие. Отлично. Так, теперь тут я хотел купить рабочего. Блин, еще опять не хватает. Мне постоянно не хватает денег, я не понимаю, у меня куча денег на самом деле в ход, просто куча. Я постоянно что-то покупаю, мне все равно не хватает, блин. Больше торговый, ну, торговый путь могу купить, давайте в той же бирже и куплю. Я рынок где-то закончу, мастерская в Эворе. Ну, наверное, не получу я вата, так что можно спокойно тут фабрику строить. Тадж-Махал, давайте фабрику. Так, тут уголь добываем. Театр. Финансы, военные, это все не надо стопудово. Так, через два хода в Эвери мы сможем театралку ставить. Давайте мастерскую, потом археологический, пожалуй. Так, в Лерии есть производство на 4. Давайте тоже сначала мастерскую, а потом дамбу. И потом уже камп после дамбы. И мне бы везде кампуса поставить. Так, тут кампус на плюс 3 был. Но производство... Если бы он был на плюс 4, я бы стопудово тут его поставил, но... На плюс 3 теперь не так классно, как было раньше когда-то, до всяких патчей. Так, это я в пес теперь по Иторию плыву ставить. Ага, здесь продолжаем
Выкупать клетки. Ага, нет. Денег нету. Блин, я вообще офигеть же, у меня нету денег. Но я буду ждать, когда добавится. Я хочу здесь именно рыбный промысел ставить. Так, найдем источники. У меня сколько шпионов вообще? Два из двух пока. Так, и тут мы все... Мне кажется, Эль Мирадор. Мне казалось написано Эль Помидор. Сеньор Эль Пирадор. Эль Помидор. Мирадор. Да, что как мира переводится с испанского. То есть это кто-то. Дор, это, знаете, как в английском добавление ER в конце. То есть это обозначение какой-то профессии или занятия. Например, контадор. Я думаю, многие знают такого знаменитого велосипедиста. Победителя всяких тур-де-франсов. Так вот. Давайте на таким раньше. Тадж Махал. Кстати, а почему... А, венецианка, кстати, вот здесь. Я бы, кстати, венецианку в Геморрайнше. Давайте купим клетку. А, наверное, опять не хватит денег. Да, 70. Давайте строителя. Один ход. Так вот, конта это считать. А дор, соответственно, то есть контадор это счетовод. Он у нас счетовод. Так, тут кампус, вот здесь на плюс, да, тоже нужен строитель. Убрать леса, вырубить, еще это не будет не строитель, а лесоруб. Лесоповал. Так, я поменял тут карточку, карточки, да, на то, что надо. Тогда пойдем по нормальным, в урбанизацию пошли. Раз через национализм пока. Астрономия, археологический музей я строю. Потом я, кстати, скорее пойду вести естественную историю. 340 науки у Майя. Майя куда-то улетает. То есть это вот у нас такой маленький континент, а у них вот такой огромный, я так понимаю. Успешно добыто золото. Экономику продвинули, значит, открываем экономику и химию. Все, идем в химию. Да, слушайте, Майя вообще где-то там вон. Майя уже... Вот, ну, может, в компьютерах, но, скорее всего. Мне бы, кстати, в компьютеры пройти, потому что он затапливает уже потихоньку. Хищение средств возьмем. Хищение технологий. Стоим в Ватикане. Тут железо. Тут территорию. И Толедо, пожалуй. И там 4 спона. Давайте еще проверим, что это по производству лучший вариант. Странно. Ну, как, смотрите, отсортировано по производству, да? Почему... 4,5 не на первых местах. Обратите, есть 4, потом 3 и есть 4,5. Офигительная сортировка по производству. Кайф. 5 баллов. Сортировано по производству. Ну, наверное, киносеу, да? Все-таки в киносеу тогда. Хотя Толедо денег больше дает. Ладно, давайте в Толедо. Просто, знаете, тут 1-2 производства не так влияет, как мне кажется, плюс 6 денег в ход. Так, давайте я пока пропущу этого рабочего. Я сейчас подумаю еще, что там делать. Тут я хочу янтарь обработать. И, между прочим, у меня были апельсины лишние. Я чуть ни с кем не торгую. Так. Какао у меня есть уже. Киты его. Киты с Майя надо поторговать. Апельсинкой на китов меняем.
Кот мне кучу денег хочет дать. Очень хорошо. Так, тут мы банк доделали, тут нам нужно жилье стопудово. Здесь я хочу таки венецианочку начать. Венецианка только рядом с промышленной зоной строится. То есть иногда в некоторых городах, особенно если вы на морской карте, почему бы не поставить промышленную зону на побережье. Красивая Коимбра. Помните, каким говняным городом вначале она была? Но мы ее расфуфырили. Теперь Коимбра жемчужина в португальской короне. И жемчужина португальской короны. Ускорили экономику, золото похитили. Все зашибись. Но пока отстаем от Майя, конечно. Кстати, он и Кри как-то раскочегарился. Я бы... Ну, давайте дружбу с Колумбией пока точно мы воевать не будем. Я бы очень хотел, чтобы Кри и Колумбия повоевали. Ой, что-то угнали меня какое-то чудо. Наверное, Рурку. Я не успел посмотреть сейчас. Так, слабое извержение. No vessel could pass these guns. О, Тори Дебелен, отлично построил. Новое чудо. И как раз для нас. Красиво. Выглядит и так. Международные торговые пути из этого города получают плюс 2 золота за каждый редкий ресурс в пункте назначения. По завершению строительства все города за пределами вашего континента получаются... Вот это последнее не работает, у меня, по-моему... Ой, я кругосветку... Но, кстати, не первым сделал. А, по-моему, у меня на другом континенте вообще нету городов. Сейчас глянем, конечно. Это все еще мой континент, да? Ур. Ур. Да. То это второй не работает. Зато из Фуншала должны сейчас такие караванчики. Ну, 39 всего лишь. Все равно 36. Как-то немного добавило. Да. Все равно не особо много. А есть еще из Фуншала? Вот в Питаках НПВИН 21 всего лишь. Так, из Бежи тут. Из Фуншала Врата Магус 24. О, смотрите, до Византии добегает уже. Ну, совсем какие-то мало денег дает. Да, что-то не прикольно вообще. Так, а какой у меня... Рурку, да? Да. Жаль, а кто построил? Майя построила. Это, конечно, неприятненько. Когда лидер строит еще и Рурку, это... Такой звоночек. Тревожный. Набат, я бы даже сказал. При хищении технологий. Хищение... Давайте техи теперь потырим. Пластмассы ускорим. Ну, я думаю, с фейториями можно уже заканчивать. Можно спокойно открывать уже. О, вон, этот вьетнамец заберет сейчас эти руинки. Можно спокойно открывать броненосец. Что ж теперь в Лиссабоне строить? Водяную А, канализацию, конечно же. Канализацию, потом рабочего сделаем. Надо будет шахту поставить.
Пуншале. Так, вот здесь мы купим библиотеку. Купим школу навигации. Но опять тут тоже будет еще больше науки давать в Пуншале. Так, промышленная зона. Есть на плюс 2. А, я хотел тут акведук. Давайте акведук. Короче, в том Пуншале так было. И сюда промышленная зона пойдет. Плюс 4 будет. Отлично. Так, в Визео нам нужна канализация. Покупаем библиотеку. Покупаем школу навигации. Плюс 3, плюс 3. Ну, я уже практически в нормальном веке. Я думаю, что в героический я таки смогу попасть. Четыре канализации для ускорения демократии. Блин, хотел посольство поотправлять к разным цивилизациям. Надо сейчас будет сделать это. Блин, 10 ходов стало. Ну ё-моё. Чё так быстро эпохи-то пролетают? Так, фермы улучшились. Появились пехотинцы и появился продуктовый рынок. Давайте вот Василий у нас хорошие отношения, давайте объявим дружбу даже, почему нет. У меня, кстати, два янтаря, надо глянуть, с кем поторговать. Ртуть у меня есть. Шелк есть, вот трюфели у Вавилона. Да, и у него как раз нету... Янтаря, здорово. Странно, почему-то Майя сейчас ломанула науку, конечно. Так, очень хорошо. И теперь посольство еще поотправляю. Так, в Испании есть. Византию отправил в Колумбию. Вавилон я отправил. Вьетнам отправил. Кри отправил. Со всеми остальными хуже отношения. Они просто не примут. Может даже не проверять. Так, угольная плюс 16. Конечно, строим. Давайте сначала угольную достроим. Потом уже театралку. Плюс 5 будет театралка. Вау. Я хотел вырубить. И канализация. В Каймбре, наверное, канализация пока не нужна. Как бы плюс 9 жилья. Просто в рост. Тут достроили, растем и... Строители нужны. Ну, вообще, я два чуда строю. Или, подождите, или одно. Венецианку. А, да, одно я же дострою. Еще венецианку я строю, так как минимум 3 очка, да? Будет. Не, ну, в нормальный я точно выйду. Вопрос, могу ли я в героический. Мне не хватает до героического 13 очков. В принципе, 10 ходов должен смочь. Так, кругосветку я сделал, все цивилизации я встретил. Надо попробовать как-то великих людей пополучать. Ну, я, наверное, возьму все-таки вата. Как минимум в том же Пуншале можно будет мгновенно создать фабрику и мастерскую. Очень неплохо. Ну, видите, я все-таки первый его набиваю. Хотя там Кри 16. Не, у меня 18. Если никто там не почитает проекты, то вата заберу я. Там Майя, по-моему... Не, Майя вроде не воевала ни с кем. Да, Майя ни с кем не... Кстати, плохие отношения с Вавилоном. Вот если бы Майя с Вавилоном повоевал, был бы вообще зашибись.
Преслав объявил войну Сулейману. Кстати, Сулейман, смотрите, Брюссель захватил. Какой-то звук были каких-то то ли подлодок, то ли самолетов. Так, найдены источники в Константинополе. Давайте пока деньги потырим. Шпионов всего два. Следующим ходом будем лабы строить уже. Наверное, вырубать буду, тогда отложу на один ход, чтобы просто можно было уже лабы сразу строить. То же самое касается Лиссабона. Так, значит, откладываем ход и в Фаро откладываем ход. Чтобы сразу ставить лабы. В этих городах я буду строить, в других я покупать, но они дорого, по-моему, 800 стоят. Ну, блин, еще тут ходить надо. Ну, и тут я просто оставляю на хранение. О, я в Беже хотел... Да, надо купить строителя. В Беже нужен строитель. Во-первых, вырубить тут лес. И тут вырубить лес и поставить шахту. Вот уже все действия и сделаны у строителя. Так, а я еще могу одного... Еще один караван могу, что ли, сделать? Ну и, кстати, не хватает еще двух караванов, как минимум. Но это в Беже и в Эворе. Эворе. Chemistry is the dirty part of physics. It is nationalism which engenders nations, and not the other way around. Ну, наверное, ничего не буду тут ставить. Идем дальше. А, не, смотрите, получил 240 чудес. Кстати, хорошо. Эйфель хорошо. Какие у нас чудеса там есть? Надо попробовать Тадж-Махал и Статуя Свободы. Так. Тадж-Махал здесь не очень. Ну, хотелось бы где-то соседство. Он только... Так, в Лиссабоне, наверное, можно Тадж-Махал. Какое у него условие? Рядом с рекой. Так, а Статуя Свободы, 4 очка дипломатической победы, и все ваши города в пределах 6 лет получают 100 лояльности навсегда. Кстати, может... А, в шести клетках. Может, в Ватикане его построить? Ну, так. А, соседство с гаванью необходимо. Блин. Так, ну, выглядит так, что я смогу какие-то еще чудо какое-то построить, как минимум. Я думаю, венецианку меня уже никто не гонит. Почему-то компьютер не особо любит ее строить. По какой-то причине. Так, вот теперь можно начинать отправлять Хатуса заповедник, Болонья великого торговца, Фес заповедник. Нигде я заповедник не построю. Ну, давайте, наверное, в Хатусу. Я думаю, что вряд ли Вьетнам будет выносить город, чей он сюзерен. Пока в Хатусу. Ну и пока тем более лабы еще нету ни одной. На самом деле я заранее как-то отправил зачем-то. Так. Тут больше никуда. Так, я не хочу отправлять уже внутренние торговые пути. У меня куча доступных другим городам. Давайте смотреть. В Севилью 39, из Каимбры и из Бежи, да? Наверное, самый выгодный получается. Странно построил. В
Фуншале это чудо, и как-то оно реально не так уж и много денег дает. Так, это на строительство чудес. Я так и не решил, где мне... Ну, я могу здесь, кстати, статую свободы поставить. На самом деле. А, его даже на озере нельзя ставить. То есть Ватикан я стопудово не мог его построить. Так, ну давайте. 115. Ставим статую свободы сюда. Вот так сделаю, чтобы она уже точно появилась. И я мог... Эйфелем ее ускорить. Вырубил под кампус местечко. И канализация появилась, можно расти. Три 19, все. Ага, в Лерии не хватает. Ну тут жилье после дамбы, когда дамба построится, появится. Можно не ставить, пока канализацию там не покупать. Есть химия. Давайте мы, наверное, в ракетостроение сразу пойдем. А, нет, какое ракетостроение? Давайте в компьютеры. У нас вообще тут с затоплением вот затопится. Тут пара клеток. Ну, вы знаете, даже как-то и вот эта клетка, и все. Беж даже вообще никак не затапливается. Ну, так, кстати, не так уж и много. Мне два капера надо, кстати. Давайте Каимбри как раз два капера и построим. Раз капер или в Фуншале еще один. Два, когда вот так сделаем, чтобы побыстрее было. Ну и покупаем лабы. Одну. Я уже в нормальном веке. Но у нас цель героический. Аксум, Микеле, интересно, как там. Идет еще вообще война Эфиопа с Византией, да. Блин, этого не смогу забрать. Вьетнамец заберет и эту. Видите, сколько тут территории незаселенной, да? О, я только сказал незаселенный, приехал поселенец эфиопский. Нет, не добегает. Отлично. Так, Бродвей Кри построил. Фуншал. Крутую промышленную зону построил. Слушайте, а за что нам там дают очки, между прочим? За как раз за районы, да? О, так я выйду. Все, я уже выйду в героический, молодец я. Кстати, очки за руинки уже не дают. По-моему, за руинки и за лагеря варваров дают только в первые две эпохи. А, я там еще классную театральную площадь поставил. Типа, вау, такая. Вау, какая театральная площадь. В Эвере там плюс 5. Рядом с развлекательным районом. Так, тут шахту. Тут вырубаем. Давайте на маяк как раз. И можем покупать... Не, подождите, у нас там самое выгодное было...
кажется, в Севилью, да, Севилья, Коимбра и Бежа. В Беже можно купить еще одного торговца. Ставим здесь, ага, кампус пока нельзя. Ну, давайте амбар. Пока будет жилье. Так, из Коимбры в Севилью. Тут мы ускоряем. Блин. Именно на строящемся должен находиться. Куда делось? Дела делать, куда статуя свободы. 5 ходов. Но мы пока лабу продолжим. Синки обработаем, чтобы поторговать. Технологии, хищение средств. Нейтрализовать губернатора возьмем. Так. 5 послов. Давайте в Болонью, наверное. Ну, уже 300 практически. Так, я уже первый по количеству науки, но по технологиям явно не первый. 47 у Колумбии, 42 у меня. Канализация в Визеу. А, тут лабу куплю. Слишком долго строится, чтобы ее... А, что с промышленной зоной? Тут плюс 2 и тут плюс 2. Ну, давайте тут поставлю промышленную зону. Кстати, вот в Визеу можно и нефтяную электростанцию. Потому что там низкое соседство. Небольшое. Культурный союз с бразильцем нафиг надо, я так думаю. Мне достаточно вот этих трех союзов. Я буду их придерживаться. Нет. С Колумбией мы точно союз не заключаем. Делайте то, что я прикажу. Это там Вавилон нам решил поугрожать. Хотя, давайте глянем, что там с Верой. Так, Венецианка, отлично. И мы уже в героическом. Тоже здорово. Подводная лодка. Гидроэлектростанция. Блин, где тут? Вот. Не религии. Так. Протестантизм 18. Православие 30. Ислам 13. Даосизм 0. Видимо, Эфиопия поработила даосизм православием. Индуизм 3. Зороастризм 30. Ух ты, так у нас тут... Короче, у нас зороастризм и православие. Дай... Даром, что на разных континентах, но они вот явно такие. Ну и я уже весь в зороастризме, я смотрю. Что вообще дает? Реликвии утраивают нафиг надо. Ступа тоже нафиг надо. Плюс венецвер за каждый город. Это только гал получает. И стоимость миссионеров и апостолов. Короче, бессмысленная для меня религия абсолютно. Стоим здесь каперами, будем потом в подлодке их превращать. Не знаю, зачем я уже ускоряю статую свободы, честно говоря. Так, нужен ли нам художественный музей? Ну что-то там набивается потихоньку. Я называю все-таки археологический музей. Ну, нам как когда-нибудь для художественного музея нужен, там, для ускорения. Вот, оперы и балета. Так, смотрите, тут, по-моему, из Бежи надо в Севилью.
И, наверное, в Кеносео Сакахапивиин отправлю. Тырим. Мы, кстати, украли коренья пластмасс. Да. Блин, Майя уже вот здесь. Но мне кажется, что это все-таки дальняя связь. Это космопорты. Давайте проверим, конечно. Но, по-моему, космопорты вообще никто не открыл. Ну вот, Майя космопорты стопудово не открыл. То есть это поверхне... А так далеко в дереве технологий, без открывания космопортов, только можно по дальней связи пройти. Потому что, например, для, вот для этих всех трех требуются космопорты. Вот, не знаю, композиты, правда. Да, вот еще это может быть здесь. Тоже композиты, либо технология скрытности. Где мы еще можем еще лабы делать? Тут еще нет, там даже кампуса нету, тут уже все куплено. Вот, Каимбри лаба. Да, в Каимбри и в Фуншале. Тогда в Фуншале я куплю. А в Каимбри буду строить лабу. Так, тут надо уже опять мастерская 3, верфь 3. Давайте, наверное, верфь сначала, потом мастерскую. Я, какое ощущение, что мне не хватает денег все равно. Как-то поразительно. Так, кампус. Ну, давайте, наверное, поставим уже здесь. Мне в каждом городе нужен кампус будет, несмотря на то, что соседство низкое. Потом морской порт построю. Так, я могу только еще Тадж-Махал, если что, строить. Но я и так в героическом. Это, если что, я отложу. Опять Ватикан утрачивает лояльность. Ну, это... А, уже не утрачивает. Тут буквально осталось-то ходов 6. Я выйду в героический. И все будет зашибись. Тут, знаете, еще может быть, что это все-таки два разных континента. Интересно посмотреть, объединиться или нет. Так, Галу нравится, что у меня куча войск. Хотя, или он по приколу, типа, посмотрите, как мало. Да, у меня 739, больше только у Вавилона и Майя. Все. А, у Юкри еще. Сила юнитов, я имею в виду. Статуя свободы уже бессмысленно построена. Так, пригороды с престижем притягивают. Но у меня нету еще ни одного пригорода. Военная академия, морские порты. Ну и портов я еще не построил. Пока, наверное, ничего ставить тут не буду. Оставлю как есть. О, авиацию ускорил. Давайте вообще глянем. Радио я не могу никак ускорить. Компьютеры. Хотя почему не могу? Подождите. У меня куча веры. Но я думаю, что я нигде не смогу нацпарк поставить. Такой ромбик должен быть. Не. Не обработанный ничем. Не, 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 нигде нацпарка ставить. Так что точно не получится. $724 вход денег. Ну, в принципе, конечно, это много, но я все еще не считаю, что это делает Португалию имбой. Но прямо скажем, я не так много городов. Да, я, кстати, еще не все караваны отправил. У меня еще... А, ну всего два у меня внутренних оса. Все остальные у меня бегают на деньги. Все остальные бегают на деньги.
Лоса. Тут потрясающе престижно. Ну и так, тут так еще 4 жилья есть. Я, наверное, все-таки морской порт лучше поставить. Тем более, что сам морской порт тоже одно жилье дает. То пока его строим. Фаро. Фаро не растет. Вроде еда есть. А как-то... Давайте мы апельсинки Фаро отдадим. Ну, 27 ходов. Так, апельсинками могу поторговать. Что тут у кого есть? Хлопок. Я и торгую. Мед. Все, нету двойных больше ресурсов мне каких-нибудь. Да, нету. Все уже выцыганил. Все использую, все торгую. Так, биржа. Ну, не биржа, в смысле, пригород чисто для того, чтобы в нем поставить продуктовый магазин. Плюс к еде, чтобы было, а то не растет. Блин, да не, так и ставить негде, в принципе, пока что. Блин, давайте, наверное, строителей еще пока тут кучу всего обработать. Есть. Кампус на плюс 3. У нас все три союза закончились. Так, с испанцем. Экономический. Дальше с Вьетнамом военный. И скорее я, наверное, не буду союз, кстати, заключать. А, не, вообще надо, у меня там бегают караваны. Ладно. Научный. Ну, готов прям много-много денежков заплатить. Так, отлично. Все, мне этих трех союзов выше крыши. Фуншали, дефицит энергии. Лирия, нехватка жилья. Но тут два хода до дамбы и будет... Шпион провалил возможность похитить средства. Че это он? Нет, апельсинки не продаем. Самим нужны вкусненькие. Будем сок гнать. Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards. Не знаю, стоит ли вообще мне тут в самолеты идти. Может поиграть чисто в развитие, то есть, мне кажется... Ну, я потом ядерки покидаю, ну вот уже 368 науки, да? И я уверен, что дальше уже меня никто догонять не будет. Так. Тут тоже, наверное, вырубать будем. Тут вырубаем, давайте еще строителя... Нет, тут вырубать хочу. Тут холмы же, да? Ага, все-таки здесь, похоже, это разные континенты. А не один большой. Да, наверное, гидроэлектростанцию. А я купить ее могу? Могу, я бы лучше купил сразу. Так, теперь строим пригород. Притягивающий. Престиж средний.
Могу я здесь пригород построить? Да, давайте вот здесь построим, потому что он еще будет как район влиять на эти районы. Так, плюс я хочу здесь купить строителя. Есть лаба угольная, тут дают плюс 16 производства, просто вау. Угольную и гидроэлектростанцию делаем. И тут пригород, кстати... Ну, здесь, я бы скорее здесь подставил, но вообще надо дождаться еще, ну, чтобы затопление не произошло, то есть надо сначала дамбу поставить, или как плотину. Плотину сначала откроем, там уже посмотрим. Это нам меселитру придумал, но меселитру уже не нужна. Очевидно. Так. Каимбра мы самый большой город теперь. Видимо. Рыбацкие суда плюс к производству, зашибись. Первый огромный... Ну, это не первый на планете. Но вообще, да, Каимбра 20. Красиво выглядит. Так, то есть тут тоже нужен строитель. Это все еще пообрабатывают, еще краб добавился, тут клетки с этими, ну, слян было обработано. Так, и фес. Все, я уже максимум науки от научных получаю. Мне осталось только если спецов посадить. Так, паро. Кампус есть. Аэродром, биржа, развлекательный комплекс. Но тут развлекательный комплекс, не знаю, кажется, развлекательного комплекса не надо тут строить. А, шпиона давайте, кстати. Порт в Лиссабоне. Блин, может мне все-таки космопорт раньше открыть? Ну, типа, радио и туда, и туда. Просто тут уже три хода, я бы в Лиссабоне начал космопорт строить, и компьютеры. Я не думаю, что тут уже успеет так. Еще вот через 15 ходов только первая часть. Нельзя, не хочу аэродромы строить. Просто не хочу. Ну, в Лиссабоне... В Лиссабоне космопорт у нас будет тут. В Каимбре можно тут поставить. А в Эворе, например, тут. В Эворе еще и этот нужен. Коммерческий район. Тут нету коммерческого района только потому, что я военный построил когда-то. И типа поэтому сейчас не хватает жителей. Ну не знаю, наверное, поехали эти. Давайте я, наверное, пингалу на гранты и понеслась... Да, я хотел Рейну на покупку районов в Фуншале, но так, видите, и не... А, подождите, а где у меня Рейна-то вообще сидит? А, в Геморайнше. Ну, неважно, то есть уже нету смысла на районы прокачивать, уже все построено по-хорошему практически. Не знаю, вот это покупка районов за веру у Мокши и за деньги у Рейны все-таки не... Понимаете, это как будто на один город, потому что пока они переедут в другой город, что там купить, что-то вот такое. Поехали.
грантики почитаем. Так, здесь покупаем Библу, покупаем школу навигации. Ну, лабу тоже надо будет купить следующим ходом. А строить будем тут лучше мастерскую. 750 золота вход. Все еще нет ощущения, что это прямо имба. Постоянно куда-то деньги трачу. Ну, нормально. Не знаю, нафига ему железо, правда. Окей, примем. Железом решил. Не могу обещать, что не буду. Первый город. Так, алюминий. А, убили прям. О. Там прокачанный был, по-моему, три уровня. Так, алюминий есть, хорошо. А, вот здесь мы уже, кстати, пригород не поставим, если что. Смотреть, какой у нас тут самые выгодные пути, куда. 31,5. 40 из Геморрайнша. А, тут он как раз просто отбегал. Так, прокладываем. 43 из Фуншала. А, это уже бегает стояночка. 31. Ну, похоже, можно в Атакакуб из Каимбры отправить тоже 33 нормально. И 7,5 производства дает. Вау. Это нормальные такие эти. Продуктовые. Везе устал отваливаться, это... Мне все равно 2,5, ну я в героический выйду, я думаю, не будет проблем. Таруга еще есть, опаньки. Еще одна научная ГГшка. Так, ну это надо первый посол брать и туда отправить. Так, естественная история 2. Мне надо на пооткрывать все на... На послов. Так, художественный музей надо где-то построить. Вот я бы вообще в охрану природы потом пошел, потом в СМИ. Как-то так пока. Ну, плюс 10 производства в Лейрии. Так, в Ватикане я хотел купить лабу. Сначала фабрику, потом морской порт здесь. Вот, тут еще у нас забыт кампус не куплен. Ну, школу навигации просто построю за один ход. Раз у нас тут такое производство нехилое. Оказывается. Так, Визео, промышленная площадь, дайте мастерская, потом вверх. Seven girls were chased by bears. The bears were Мототипила. When the girls jumped. У турка чудо. Так, где-то мой героический уже. 2 хода осталось. Хочу в героический. Ну, галы нас осуждают. Какая? Единственная цивилизация, которая не побоялась мне в этой партии кинуть вызов, объявить войну.
сих пор не понимаю, почему Колумбия со мной не повоевала. Что, сейчас Гал еще раз решит со мной воевать? Прям даже интересно. Так, зоопарк, аквариум, аквапарк, археолог. Вот главное, что у нас археологи появились. Где у нас тут археологические? В Каимбре и в Эвере, да? Ну, давайте тут археолога. Так, тут ставим первый посол. И Таругу. Сот 12 науки. Второе место 300 науки. И по количеству технологий на 5 только отстаю от кого бы то ни было. Эти контрразведку. Ну, это в соседних, если бы он всем снижал уровень. Не, ладно. Пока нет. Купим лабу. Гидроэлектростанцию построим. Тут куча... Нам будет требоваться электричество. На самом деле у меня реально три, как минимум, гидроэлектростанции, да? Куча угля. Я думаю, что... Мне тут электричества хватит выше крыши. Кампус, библиотеку покупаем. Школу навигации покупаем. 12 науки, видите, да? И строю... Давайте строителя построю. Значит, тут еще лабу тоже купить надо будет. Валетта. О, блин, жалко, поздно. Я бы тогда побольше... Вообще... Давайте глянем, может, она не засоюжена. Три. Нам 4 посла всего лишь надо в Валетту. И сможем покупать. Мы просто купим все дамбы за веру. У меня... Они там дешево стоят, у меня 1200 веры. Так, эпоха атома, ракетостроение открыто. Бонусы для соседства гавани. Ну, наверное, не буду бонусы соседства гавани ставить. Верну только этого. Влияние. Так, в героическом я единственный. Ну, кстати, Майя тоже в золотом. Ну, точно реформа денежного обращения, точно пульс паровой машины. 3 единицы населения, 2 очка перемещения. Наверное, к оружию возьму. Лучше возьму к оружию. Ну и, наверное, на этой радостной ноте выхода в героический век я серию закончу. В следующей уже будем в ракету пытаться влезть всем. Всей Португалии. Спасибо, что смотрите. Продолжение завтра, а спонсоры могут поискать продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!